Добрый вечер, господа друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Сегодня я вам предлагаю опять делать салат. Салат, ну, такой очень интересный, с очень интересным соусом, необычным. Будем использовать смесь разных салатов. Там будет и руккола, и шпинат, и, ну, разные. Обычный салат, ну, разный. Будем добавлять дижонскую горчицу, которая очень вкусная. Мед, козий сыр и обязательно виноград. Вместо винограда вы можете использовать и, ну, какую-то другую ягоду. Я не знаю, как это по-русски. Казанес, вот такие, как малина, только черные. Вот эти очень вкусные. Вот. Ну и филе, куриное филе. Так что, ну, начнем. Быстро. Ну, итак, один помидорчик. Ну, это чисто для вида. Разный салат. Да, у меня тут разный. Виноград. Мы виноград будем перерезать на половинки. Две луковины будем нарезать на кольца. Фетаки сыр козий. Да? Ну, я не знаю, сколько здесь. 100 грамм примерно. Тут куриное филе. Ну, по-моему, здесь 450 граммов. Мед. Вот столько, сколько у меня есть. Вот столько и будем использовать. Ну, по-моему, 2 столовые ложки здесь получается. Масло для обжарки, дижонская горчица, вы можете использовать обычную горчицу, русскую, и уксус белого вина, вот так, базилик как приправа, ну и соль и перец по вкусу. Начнем. Итак, готовим заливку, ну то есть соус. Я буду готовить прямо в баночке, чтобы я могла лучше весь использовать весь мед, поэтому я здесь буду добавлять сразу уксус белого вина, 2 столовые ложки, 2 столовые ложки дижонских. Дижонской горчицы. И еще примерно 2 столовые ложки оливкового масла. И вот это все хорошо размешаем. Часть я оставляю здесь, это будет для самой курицы, а часть, вот 3 столовые ложки или 4 даже, я размешаю с лимонным соком. С лимонным соком. Это нам будет соус для приправы салата. Теперь я нарежу курицу на такие кусочки филе.
Еще добавлю перчика. Ну и немножко соли. Ну вот, и это все. Это все я замешиваю вот в этом дижонском соусе, там, где у нас и мед. Вот, хорошо, хорошо размешаем. Ну и пока мы тут будем салат готовить, еще подготавливать, пусть он немножко постоит. Ну, буквально пару минут там. Да? Пусть он впитает немножко. То, что мы туда добавили. Вот, вот так получилось. Вот, господа, друзья, сейчас я уже поставила свой вок в сковороду и выкладываю отвариваться курицу. Так, и не на большом огне обжариваем, пока курица готова. Вот так. Ну, а тем временем, пока у нас жарится курочка, я нарежу вот так, полукольцами. Полукольцами нарежу лук. Эти полукольца я вот так раз, ну, чтобы они по отдельности были. Ну вот как-то так. И еще я нарежу на половинки виноград. Вот, нарезал виноградик вот так. Итак, я насыпала вот разный салатик. Добавляю туда лук, виноград. Ну и добавляю готовую уже курочку. Видите, курочка уже нам готова. Ее тоже добавляю. И стараюсь все перемешать. Ну и заливаю, конечно, вот этим нашим соусом. Вот. И чисто для эстетики я добавлю немножко помидор. И просто посыплю его немножко базиликом. Ну вот получился вот такой салат. О, такой. У нас очень жарко. Эти салатовые листья, они так быстро вянут. Я делаю несколько, ну, сразу несколько блюд. Пока ты делаешь одно, уже вот эти листья, они начинают вянуть. Ну вот. Так. Ну, а сверху я его покрашу козьим сыром. Ну, вот так. Смотрите, вот так. Господа, друзья, вот мой салатик. Я сейчас попробую курочку. Мы наполовину разделили дижонский соус для курицы. Ну, самую ту такую острую часть. Очень такую ядреную. А вторую мы разбавили лимонным соком. И добавили в салат. Сам салат как
и получился очень нежный, не острый, а нежный салат с небольшой кислинкой, ее немного. Ну и там наша курица, виноград и козий сыр. Очень вкусный свежий салат. Вот так. Вот курочка. Пробуйте, господа друзья. Пробуйте. Там ведь мы добавляли и мед. Представляете, мед же очень полезный. Там мы добавляли уксус белого вина. Не само белое вино, а уксус белого вина. Но, опять же, необычный, но те, которые любители рукколы и салатов разных, да, свежих салатов, вот таких без майонеза. Вот, пожалуйста, вам очередной салат на быструю руку. Он быстро готовится, уже видели, да, там ничего сложного не было. И вот вы получите вот такой изумительный салатик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я вас люблю.